школах курорта ребята по-прежнему получают свое любимое молоко два раза в неделю, в среду и пятницу. Чтобы не толпиться, в столовой молоко получают по графику – за час-полтора до или после еды. Яркая и удобная индивидуальная асептическая упаковка и трубочка привлекают ребят, а взрослых – качество продукта. Поставщик у нас «Калория», всегда в сроки все, всегда свежее, все это мы проверяем. У нас создана комиссия по приему товаров в столовую. Это, конечно, огромные затраты для муниципалитета, но это очень нужно и важно для подрастающего поколения, потому что молоко именно в этом возрасте, именно в этот период для деток очень важно. Только в школе номер 9 более 600 учеников. Каждый пакетик молока обходится муниципалитету 13 рублей 20 копеек. Сумма вырастает в месяц совсем немалая, но и задача стоит серьезная – растить на курорте здоровых детей и формировать у ребят осознанное отношение к здоровому питанию. Оно способствует развитию ребенка, развитию интеллекта. Молоко очень полезное. Потому что в нем много витаминов. Я как спортсмен могу сказать о том, что питание – это очень важно. Нужно следить за тем, что мы едим, никаких, чтобы вредных продуктов ни в коем случае не употреблять. И, конечно, очень важно, чтобы в нашем рационе были такие продукты, как кисломолочные, молоко, творог и прочее. Ну вот я очень рада, что школа, государство так заботится о нас, что два раза в неделю нам дают молоко. Вкусное, конечно, оно полезно очень не только для нашего состояния как для спортсменов, для того, чтобы у нас были силы, но и для развития, чтобы на уроках мы могли проявлять свои способности. По пищевой ценности молоко – самый совершенный продукт, созданный самой природой, и ребята пьют его с удовольствием.